В Хакасии, как и по всей стране, сохраняется сложная эпидобстановка. По данным регионального Роспотребнадзора, показатель заболеваемости среди детей остается чрезвычайно высоким. Отмена обучения в классах – мера вынужденная, но дающая результат. Разобщение детских коллективов уже проявилось снижением интенсивности эпидпроцесса. Особенно среди возрастной группы 7-14 лет, это школьники, число заболевших школьников сократилось на 7%, хотя цифры очень высокие, но мы видим снижение. Это действительно результат тех мер, которые были приняты. Чтобы сохранить положительную тенденцию, оперативный штаб принял решение перевести все школы республики на дистанционное обучение. Эта норма касается и частных образовательных учреждений. О здоровье ребенка родителям можно позаботиться и поставив ему прививку. Лично мой ребенок, который в этом возрасте находится, я с ним разговариваю, он будет прививаться, когда такая возможность появится. То есть, понятно, это дело добровольное, это выбор и родителей, в том числе ребенка с определенного возраста. Но лично я, как родитель, считаю, что, конечно, лучше создать дополнительные условия для обеспечения безопасности моих детей и вакцинироваться. В числе новых ограничений запрет на посещение детьми кафе и кинотеатров без родителей. Как отметил глава Хакасии, непопулярные меры неизбежны, но они принимаются исключительно для того, чтобы снизить контакты и переломить сложившуюся непростую эпидобстановку.